Assalamualaikum, ये जी नूर सुल्तान अस्ताना, नूर सुल्तान अस्ताना कजाकिस्तान। Assalamualaikum। Assalamualaikum। ये मेरा भाई है टैक्सी ड्राइवर कजाक है, ये शहजाद भाई है मेरे साथ। Assalamualaikum भाई जहान, क्या हाल है, ठीक हो? इस वक्त कजाकिस्तान नूर सुल्तान में है। Assalamualaikum आखा। Waalaikum assalam। तू सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। हां जी टैक्सी ड्राइवर यार है साडा पाहा पली है। ए जी जनाब सीलन है जी नूर सुल्तान कजाकिस्तान। ऐसी यांदिक्स मंगाई है जिस तरह पाकिस्तान जो उबर करीम होती है जी। देखो यांदिक्स जा रही है, ये साडा दोस्त है। फिर सलाम अलैकुम आख दे। गो गो गो। ओ चल गो 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 गो। कजाकिस्तान दा फ्लैग झंडा रोड ट्रिप दिखा रहे कजाकिस्तान और सुल्तान दा। Мы снова не спим, пока весь город спит. Я знаю одно, наше время летит. Ты просто обещай не грустить и улыбнись. Никогда не забывай и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз. Будет все, ну а пока давай как в последний раз. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Под нами внизу, простите меня. А потом о любви говори до утра. Это юность моя, это юность моя. Соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Лайв-чат, чат. Друзья, программа «Лайфчат» в самом разгаре. Ваши приветы и пожелания приходят к нам сюда, на наш WhatsApp 775-1060-011. Вот что вы успели написать. Добрый день, Радио НС. Успехов вам в вашей работе. Хочу поздравить коллектив девочек Мамулиных Вкусняшек. С наступающим днем города. Желаю успехов пчелкам и Патагос Карамовне. Здоровья, счастья и лучшее в семье. С наилучшими пожеланиями. Айгуль пишет это сообщение. Айгуль, присоединяемся. Далее, привет. Желаю счастья в личной жизни и здоровья вам и вашему бизнесу. Вот Исмаила пришло это сообщение. Смело. Ну, большое спасибо. Конечно же, мы говорим уже от нас и вообще от всех слушателей, кто сейчас настроен на волну Радио НС. Далее, здравствуйте, дорогой Радио НС. Снова есть возможность слушать вас. Люблю вашу передачу и с удовольствием слушаю голоса. До того родные, иногда включаю песню «Самое-самое имя Гульнара». Все бросаю и слушаю. Хочу подарить эту песню всем девушкам по имени Гульнара. Особенно нашей родственнице Гульнаре Думатовой. Из села Казахстана. Это же такой
с уважением, Музафар, есть возможность включить эту песню. Заранее большое спасибо. Я думаю, что сейчас я порыскаю и, конечно же, найду этот трек. Мы его обязательно послушаем. Добрый день, любимое радио. Благодарю, что делаете счастливее.